It's a great honour to be here at the Central Asian Festival, Festival of Arts and Literature. I've been looking forward to it for months. It's very important that we in North Europe, and I count Britain as North Europe, learn more about the great treasure, the huge resources, cultural impact and energy from this part of the world. And the more we can do to make that a reality as opposed to just a dream, the better. Я считаю, что это достаточно интересный фестиваль, в том смысле, что для меня я всегда ищу каких-то диалогов и возможностей к реализации того, чем я занимаюсь. Всегда хочется живого общения, хочется находить и общаться с отличными, интересными людьми, творческими людьми. Open Central Asia дает такую возможность. На мой взгляд, это очень прогрессивный и интересный формат фестиваля, где, в принципе, ты выбираешь сам себе роль. Естественно, те люди, которые собираются здесь, литераторы, видеохудожники, кое-какие музыканты, это все создает очень такую творческую, дружелюбную атмосферу, в которой хочется вариться. Я думаю, фестиваль – это только начало, потому что есть вещи, которые быстро развиваются, а потом быстро гаснут. А есть, которые только набирают обороты. Я думаю, что вот этот литературный форум, который сопряжен с большими расстояниями и совершенно разными культурами, это только набирает обороты. И оно крайне важно, особенно в наш очень такой тяжелый период, когда началось обострение и запахло холодной войной. Очень важно с английским миром, чтобы русский мир сопрягался с английским миром. И это, чтобы было на территории Центральной Азии. Я целиком за. Это очень хорошо. Фестиваль настоящий имеет прекрасную цель, благородную цель, гуманитарную цель. Он называется, ну, посвящен продвижению центральноазиатских авторов, поддержка центральноазиатской художественной литературы. Я уже об этом говорил вчера. Это колоссальное значение имеет для развития литературы Центральной Азии. Но, я скажу больше, обозначает огромнейшие проблемы человечества. И такие фестивали надо проводить везде, всюду, на каждом уголке земного шара. И повернуть людей к книге. Вот в чем заключается. I think for me the reason it's so important is because of the literature tradition of the region, which has basically been unexplored by the outside world, and also the now growing interest of the outside world in setting literature within Central Asia as well. Разные цивилизации, разные культуры через культуру народов должны сближаться. Познавать. А сближение возможно только тогда, когда они лично общаются. Поэтому для Казахстана важно, чтобы известные западные поэты и писатели присутствовали на нашей территории и имели возможность пообщаться с нашими писателями. А вы знаете, что писатели являются уникальными людьми, которые через них выражается весь дух народа. И поэтому думаю, что вот это дни были очень плодотворными и эффективными, когда такие известные зарубежные поэты и писатели, как Дэвид Перри, как Джон Манн, общаясь с нашими писателями, и там произошло взаимное проникновение, взаимный интерес. Будет взаимный интерес, будет взаимное уважение, культура будет сближаться, и меньше будет у всех конфликтов, и меньше будет всяких передрезков. Фестивали, они в первую очередь привлекают внимание к книге, к чтению. И судя по тому, что я сегодня услышал, я был только один день, но мне очень понравилась и обстановка, и дебаты, дискуссии, и музыка, которая сопровождает народная, удивительная просто. Речи такие страстные. Судя по всему, Казахстан, казахстанцы, казахи – это нация читающая и, значит, думающая, думающая. И думающие и о себе, и о своей стране, о своем будущем, о настоящем. И я думаю, такие фестивали тем и хороши, что они привлекают внимание к книге, к чтению, к думанию, к размышлению. Есть где выговориться и высказаться интеллигенции, причем и речи такие не под копирку, речи разные, страстные, горячие. Я думаю, что у этого фестиваля
большое будущее. С каждым годом количество участников у нас расширяется. Поэтому мы, наша Академия спорта и туризма, тоже в этом году выступила одним из организаторов. И мы об этом не жалеем. Наши студенты, преподаватели, вся общественность в эти дни могла, так сказать, познакомиться с творениями лучших писателей Центральной Азии. Я думаю, это всем нам очень большая польза. Кроме того, она объединяет народы мира. Вот когда мы, так сказать, разбежались по своим национальным квартирам, сегодня мы вот благодаря этому фестивалю будем опять вместе. Очень многие мои коллеги на фестивале отвечали на этот вопрос. Я слышала самые разные точки зрения. Я согласна с точкой зрения моих коллег, что это объединяет людей, что это поднимает Центральную Азию в глазах общественности, мировой общественности. Но для меня это важно как для бизнес-тренера, потому что, работая с нашими слушателями, казахстанцами, мы обратили внимание, что очень многие алматинские казахстанцы заточены под бизнес, под успех, под карьеру. Это замечательно, но при этом в спешке за успехом мы теряем человеческое. И вот эти фестивали как раз-таки нас возвращают к истокам, к литературе, к самому себе, к духовности. Вот для меня этим важен фестиваль. Такие книжные форумы очень важны. Прежде всего, они объединяют людей, которые действительно любят книгу, людей, которые издают книгу, людей, которые волнуют продвижение книги. И у нас в Казахстане, вот мы как бы члены ассоциации издателей, полиграфистов и книгораспространителей, в общем-то, это задача ассоциации. Но мы одни такую бы задачу бы не выполнили. Поэтому вот такие форумы как раз нам помогают. Вот. Тем более это не просто как бы чисто казахстанский там, это центр, здесь собрались авторы и писатели, известные люди из Центрального азиатского региона. И такие общения, они, конечно, приносят много нового, обогащают. Здесь приехали зарубежные гости, которые тоже бы познакомятся с нашей литературой, познакомились с нашими писателями. И такие встречи только на пользу. Праздник книги – это душа книги, которая всему миру, издатели, писатели, поэты, встречается в этом фестивале. Укрепление международных связей, что очень важно в наше время. Вот. И люди искусства с разных точек нашей земли, они могут соприкоснуться друг к другу, могут проникнуться в искусство других народов, прочувствовать это, пронести через себя, показать себя, тоже свое искусство показать. Well, basically, this festival is the third international festival in Central Asia. The whole important thing is, in our point of view, the debutant, like young author, or the established authors, that we actually could expand the whole literature world of Central Asia to English-speaking audience, which is actually very, very hard work, but at the same time it's important one as well. Мне кажется, он важен тем, что люди учатся здесь общаться. Потом для творческого человека необходимо где-то себя реализовать. Вот. Необходимо показать свои работы, не писать стол, не рисовать стула, предъявить их как бы всему миру. Вот и этот фестиваль, он, мне кажется, способствует этому очень хорошо. Вот. Новыми авторами, новыми идеями узнали. Вот. Одна женщина подала мне книгу, новую книгу. Это может для себя там дали что-нибудь новое, хорошее. Это важно для писателей. Для многих людей с этой части мира, в которой я теперь живу, Германии, Польши, я живу в двух странах, он не так знакомый. Они, для многих людей, они знают, где эти страны есть, но очень мало знают о том, что в этих странах есть прекрасная литература. И для меня это важно, чтобы эти информации и этот месседж взять с собой в Германию, в Польшу и об этом рассказывать. Поэтому для меня это очень важно. Писал, это не только мост дружбы, а именно книга нужна для взаимопонимания, для расширения наших кругозоров между разных национальностей. Что он объединяет наши народы, все жители Центральной Азии или Средней Азии, как мы ее называем. Он дает возможность духовного роста для молодежи, для всех, кто стремится к этому, и не только для
жителей нашего региона, но и для людей на Западе, которые интересуются литературой, которые интересуются культурой Средней Азии. В всем участвуют люди различных социальных слоев, различных стран, различных этнических групп. И вот этот вот своего рода синкретизм или какой-то космополитичный, что ли, интернационалистический тон этого фестиваля, мне кажется, исключительно важным, потому что только вместе, я думаю, Центральная Азия, ее культура будет иметь какое-то значимое будущее, так сказать, в мировом контексте. Во-первых, очень интересный, потому что в нем собралось множество творческих людей. И первое и самое значимое – это то, что состоялось огромное количество интереснейших знакомств. Безусловно, это для многих, особенно для победителей, это прорыв в творчестве и получение подтверждения для, ну, вот именно того творчества, которое человек создает. Также это очень важно, потому что, в принципе, искусству, культуре уделяется не так много внимания в последнее время, а именно это создает будущее. Именно культура и искусство, и деятели культуры и искусства, они создают наше будущее, не кто-либо, ну, другой. Я думаю, что в первую очередь это важно тем, что создается диалог, создается площадка, люди могут там поговорить и ответить на вопросы друг друга, но самое главное, создаются новые связи. Это здорово. It's important. I think it's a wonderful opportunity for people to network, to meet each other, because we forget in the West how far apart and how large these Central Asian countries are, and we assume that everybody knows each other. But they do through this, and this is my second festival, and I'm recognizing old faces, and it's lovely to discuss and discover what they've done in the last year and what their new plans are. And it's a very exciting time, and I think Hertfordshire Press should be applauded for being one of the very smallest publishing houses who is taking the risk to invest in Central Asian literature. Okay.